все равно. Человек в шортах, отбирающий велосипед у ребенка. Помощник прокурора Вячеслав Нестеров. Нестеров – сын владельца сарая с надписью «Шиномонтаж». На самом деле никакого шиномонтажа в сарае не было и нет. Ребенок, пытающийся забрать свой велосипед у Нестерова – мой сын. Вячеслав Нестеров проезжал мимо и увидел детей, играющих возле ворот его сарая. Он решил, что дети не должны находиться рядом с его сараем, и остановился, чтобы разобраться. Он ведь помощник прокурора, а потому смело может разбираться с кем угодно, даже с детьми. Вернее, тем более с детьми. Дети испугали злого дядю и разбежались. Тогда разозленный Нестеров позвонил в полицию и сообщил, что возле его сарая стояли дети, а теперь они убежали. Затем Вячеслав Нестеров решил отобрать велосипед у ребенка, буквально отобрать силой, чтобы заставить того вызвать родителей на разговор. Он ведь выше закона, помощник прокурора Вячеслав Нестеров. Испуганный и плачущий Никита позвонил родителям.